Сегодня состоялась 38-я сессия законодательного собрания Вологодской области. На повестке сессии было 17 законов области, 9 из которых были внесены по инициативе губернатора Вологодской области. Хотелось бы остановиться на нескольких из этих законов. Ну, во-первых, мы внесли изменения в закон о праздничных днях и памятных датах Вологодской области. Связано это было с поручением губернатора области о том, чтобы установить специальный памятный день, посвященный дню Вологодского кружева, День Вологодского кружева. Было принято решение, что этот день мы будем отмечать 27 мая, этот день, когда родилась Анфия Федоровна Брянцева, это основательница знаменитого вологодского плетения, которое сегодня является нашей маркой, нашим художественным брендом Вологодской области. И в целях популяризации нашего художественного промысла вот как раз и принято такое решение установить такую памятную дату. Также было принято очень важное решение о увеличении прожиточного минимума пенсионера Вологодской области на 2020 год. В этом году мы установили размер прожиточного минимума для пенсионеров в сумме 9572 рубля. Это почти на 700 рублей больше, чем в 2019 году. Значение этого прожиточного минимума в первую очередь для того, чтобы определять размер социальной доплаты к пенсии малоимущих пенсионеров, тех, которые получают пенсию в размере ниже прожиточного минимума. По предварительным оценкам, таких получателей у нас будет более 35 тысяч человек, проживающих на территории Вологодской области. Затраты бюджета на эти цели составят почти 1 миллиард 200 миллионов рублей в течение 2020 года, из которых более 300 миллионов рублей – это будут выплаты за счет бюджета Вологодской области. Еще одно нововведение, которое сегодня было принято законодательным собранием, это изменения в закон о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Вологодской области. В частности, сегодняшними изменениями предусматривается, что информационная и организационная поддержка тем, кто желает реализовать инвестиционные проекты, реализовать какие-то бизнес-проекты на территории Вологодской области, сегодня будет оказываться в режиме единого окна. Это значительно упростит взаимодействие потенциальных инвесторов и представителей бизнеса с нашими структурами, органами власти, которые сегодня по своей задаче призваны как раз способствовать улучшению инвестиционного климата на территории области и создавать условия для содействия занятия бизнесом тем, кто желает этим заниматься. С нового 2020 года таковой у нас будет учреждение, автономная некоммерческая организация «Мой бизнес», который будет выполнять вот эту функцию единого окна для инвесторов, желающих работать на территории Вологодской области.